Быть президентом всех граждан, искоренить коррупцию и положить конец беззаконию, пообещала Зузана Чапутова в своей первой речи в качестве президента Словакии. Церемония инаугурации состоялась в субботу во дворце филармонии в Братиславе. Чапутова, возглавляющая оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия», первая женщина на посту главы республики. В соответствии с конституционной присягой, которую я только что принесла, я буду служить словацкому народу, интересам национальных меньшинств и этнических групп, проживающих в Республике Словакия. 45-летняя правозащитница и адвокат получила известность благодаря активной борьбе с коррупцией. Чапутова стала пятым и самым молодым президентом Словакии с момента обретения страной независимости в 1993 году.